Всем добрый день! Сегодня расскажу, как нужно сделать так, чтобы помидора завязывалось очень много было плодов. Чтобы не просто там она пустоцвет была, а много именно плодов было. Просто это простой способ. Прекратите поливать помидору дней на 5. Если раньше вы поливали там каждый день, там или через день, или там как там, просто прекратите ее поливать, и у вас завяжется очень много плодов, потому что когда человек поливает, нарастает листовая масса. Но, конечно же, этого не стоит делать в 40-градусную жару, которая стоит сейчас у нас. Это нужно сделать, когда погода более-менее прохладненькая, так скажем.